Решай прямо сейчас. Либо я тебе нужен, и ты прощаешь меня, либо отказываешься от меня прямо сейчас. Ну что, давай. Ты считаешь это нормой? О чем ты снова? Ставить мне условия. Что? Да я для тебя стараюсь. То есть вместо того, чтобы просто извиниться в глаза, ты говоришь либо отказаться от тебя, либо простить за всю дичь? Это манипуляция. Да не этого я хотел. Боже, ладно, насрать. Привет, Бет. Привет, Сара. У тебя на пальце это... Да, я нашла Соула, и он сделал мне предложение. Какой он хороший. Да, мы с ним просто идеальная пара, он так мне подходит. А у тебя там что, где твой Соул? Мой? А он умер. О, мне так жаль. Да ладно, с кем не бывает. Ты зачем сказала, что я помер? Лучше так сказать, чем объяснять, какой ты придурок. То есть для тебя было бы лучше, если бы я просто подох? Не знаю. Ах так? Но это война. Милая, подойди-ка сюда. Да, мам. Почему ты не говорила, что твой Соул самый богатый бизнесмен страны? Как ты узнала? Теперь все знают, смотри. Главные новости. Мистер Филлипс раскрыл личность своего соулмейта. Это школьница Элизабет Сол. Стало известно даже ее место проживания. Как ты мог? Хотела плохого соулмейта получить. О, господи, откуда столько народу? Элизабет, скажите, каково это стать соулмейтом самого богатого мужчины страны? Он уже делал вам дорогие подарки? Расскажите, а он красиво ухаживал за вами? Да ни хрена, он ужасный. Наш первый разговор он назвал меня уродливой сукой. Что? Это правда? Ты что творишь? Рассказываю правду, кретин. Знаешь, жаль, что больше выбора нет. Я хочу от тебя отказаться, теперь я в этом уверена. Стой, не делай этого.